Я не хочу публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе, и мне нужны там военные люди. Конечно, Валерию Павловичу проще, потому что он в свое время занимался границей. Я думаю, что с Юрием Хаджимуратовичем они поделятся опытом. У этого опыт больше по безопасности и наведению порядка. У Валерия Павловича более тонкая была работа. У них и есть этот общий язык, они вместе работали. Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали. Когда я говорил, мы должны закрыть границу. Закрыть границу не потому, что сделать ее железным занавесом. Это никому не нужно. Граница – это зона дружбы народов. Ну, вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба? Но народы-то не виноваты. Вы видите, какая вспышка бешеная произошла в разы в Европе. Да и у нас уже рост под 1000. Слава богу, нет бешеного роста ковид-пневмонии. Мы всегда были надежным заслоном для поляков, литовцев, латышей, даже украинцев на границе. Мы не пропускали никого, ничего. Что им еще надо от нас?